голубильца розовильца. И вот этот сиреневый цвет. Так, она у нас по горизонтали, по вертикали, ага. И вот этот сиреневый цвет полностью на весь холст. Количество краски, которое надо положить, а количество краски всегда очень важно, такое, чтобы вот этому товарищу было кого придавить. Но не давить жестоко, а давить распределительно, вот так, мягко. Хорошо? Вот эту мглу накидать на весь формат и чуть-чуть придавить. Мало, да? Значит, вещества краски положить столько, чтобы было что затереть. У тебя хорошее количество. Ну нет, лучше добавь. Раздавишь. Когда раздавишь, возьмешь бирюзильца. Композиция здесь другая, пятен. Вот мы возьмем отсюда композицию. То есть у нас будет высокое нахождение дальнего пятна. Бирюза с синькой. Ты видишь, с синькой вдали. Сюда ближе все более разбеленно. И с желтотой. Густота краски в данном случае создаст эффект множества колебаний. Создает? Да. Создает. Потихонечку, потихонечку плюс белильца. Начнут приходить эти. Значит, ты только в небе упакуешь. Здесь у тебя будет вот это все. У меня должно быть ровно здесь, да? Все это раздавить. Да, да. Вот они. Придут вот эти вот настроения. Здесь вообще песок у нас, да? Да. А здесь светло, да? Так вот, белильца, которых у тебя пока нет толком. Белильца, розовильца, коричневильца. Вместо желтого коричневильца. Даст хороший оттеночек. Уложишь его. Такой немножко солнечный оттеночек. И немножко эта же желтота проникнет там. Угу. То там, да? После этого ты возьмешь инструмент и начнешь искать фигуру. Угу. Нога стремится к середине, но не доходит. Та нога стремится в угол диагональю. Довольно высокая голова. Прямо посередине находится линия руки с плечом. Вот так ищется фигурка. Вот эти складочки, которые на платьице. Все пообозначает еще прежде, чем укладывать вещество. Просто? Ну, схема очень простая, правда? Давай. Розового не хватает. Такого. Розового песочка. Сразу в цвете появилось, да, то оно было какое-то никакое, теперь оно в цвете стало. Давай девушку рисовать. Хорошо там уложила, хорошо. Как ногтем мы берем только для мелких деталей. Угу. А вот. Ну, может быть, она будет у нас в сереньком. Разного цвета. Серенький разного цвета. Тональность ей дашь. Волосиком тональность дашь. Хорошо? И опять начнешь ее. Вот когда дашь тональность. Когда отдам, еще раз вот эти вещи. И еще раз вот эти вещи. Еще раз. А потом уже кистью деликатно доуложишь. Прежде чем напрасно, нельзя так скоро не любить картину.
прежде чем мы девоньку, мы сначала должны доупаковать. Морячу. Да. У меня закончился там чуть-чуть было бирюзовое. Ну, все есть на столах, добираем. Смотри, даже просто вот червяк густой краски дает очень хорошее ощущение пены, моря. Ты видишь, я чередую. Я стесняюсь, что-то я это. Чередую. Много красок. Вот так. Я перешла на кисточку, она одностихийная все, да? Нет, ты же девочку делала. Я же тебе эту задачу не ставил. Ты сейчас прекрасно будешь тоже делать вот эти чвяки замечательные. Чирк и чвяк, да? Угу. Появится идея пены, идея заводи. Логично? Тут все белым, что ли, укладывать получается? Не белым, а... Мы еще потом и отражение, там отражения нет, а мы еще потом отраженницей ее обозначим. Будет совсем прикольно. Возвращаем. Так. Не, вот это вот, это как нужно? Раз. Нет, вот такое оно море, такое. Вот такое, да. Просто попытайся в унисон сработать. Напрасно ты стоишь. Очень симпатичная будет у нас работа. Эмоциональная, понимаешь? Эмоциональная будет. Видно, что художник лепил эту эмоцию, понимаешь? Угу. Как раз хорошо. Рано ты ее разлюбила. Видишь, я берегусь густой краски, стараюсь пока малой мерой обходиться. Но вы сейчас делаете полтона. Да. Да, а мне сам рисунок нужно будет вычертить из этого, да? Угу. Или прям точно так же можно полтонами. Мера краски. Смотри, я тебе показываю меру краски здесь. Угу. Меру краски здесь. Характер укладки здесь. То есть, по идее, бы взять и густой красочкой. Нет. Вот пока в такой манерке. В малом количестве краски. Хорошо? Волосявочки. Вместо веревочек создаем, берешь коричневый, розовый, голубой, в пользу коричневого и розового. И волосики как только что из ванночки вышли. Правда? Не грязнухи? Которые уже веревочками висят, а только что из ванны.
здесь пальчичком помогаешь. Здесь пальчичком помогаешь. Это красиво? Да. Молодец. Безусловно. Другое дело. И немножко нимбообразно очерчивает свет. Вся хитрость в том, что вы не боитесь. Вот, смотри, делать, да? У тебя есть возможность сбрить и попытаться тоже не бояться, потому что идею укладки ты узнала. Да? Здесь-то вообще бояться бессмысленно. Здесь, если бояться, то оно никак. Чуть-чуть цвет тела придет к ногам. Штрих по цилиндрику. Не боится кто? Кто уже попробовал, кто уже знает. Смотри, цилиндрик. А я эту ногу вырисовывала, там вырисовывала, конечно. Ты знакомилась с рисунками. Кстати, да. Хорошо его нарисовала. Поэтому расстраиваться незачем. Нам нужна же красивая укладка, а не просто вырисованная. Угу. И сейчас у тебя после этого знакомства гораздо легче будет происходить идея вырисовывания. Можно даже с намеком на прозрачность платиться. Хорошо? Хорошо. Молодец. Чуть ее поуже здесь сделаешь, хорошо? Вот сюда вот. О, какая у нее роскошная голова будет. Давай. Здесь вот может нечаянно вкусно сложиться. Вот эта вот прозрачность, непрозрачность, прозрачность. Поэтому наблюдай, не получилось ли чего красивого. Ну, скажем, вот может как-то эффект прозрачного произойти. Понимаешь? Когда ножичка чует, там будет различимо. Давай. Более, да? Хулиганисто. То есть не надо вот таких волн, как бы там. Слишком таких... много мелкого мазка, потерялась эмоция вот эта. Передний план. Как вот скучно получилось. Что надо сделать, наверное, с небом? Может. Или... Больше полос вот этих. Смелее, в общем. Витиевато вот так, да? С вот этими сочвяками. Я замечу. Ты, конечно, не пойми что. И цвета не пойми какого. Не, на песок не похоже. Я что-то тут думала. Готова. Сейчас там цвет повкуснее на картинке. Ну вот он. Такой. Помнишь, я про розовый намекал? Повкуснело? Да. В
Какая мать, я не смогла знать. Ее чуть тренировать надо. Она не очень любит сдаваться сразу. Да, так интересно гораздо. Так. То есть сразу видно, что буйство, да? Да. То есть она попала в это состояние. Чтобы прочиталась ее фигурочка, мы здесь чуть добавим. Сутуленькость немножко. Это же рука. Приберем. Ну, я не виноват, что она сутуленькая у тебя. Да. Здесь. Все-таки начала расчесывать до червей. То есть совсем не нужно таких червей. Ага. Ладно. Чистые волосы, они такой единой массой. Грязные веревочками. Ладно? Угу. Смотри, здесь такой уступчичек. То ли за ушко волосы зацепили, то ли за подбородочек, да? И появился намек на голову. А не просто на мешок. Ну не белым. Ну не белым. Я думаю, так симпатично складки эти. Не нужны? У меня листики, да, сейчас появятся, без листик плохо. Сейчас листики появятся, будут красивые. Почему? А может, не делал так хорошо, смотрите, прозрачность, как будто... Я оставляю немножко прозрачности, да? Конечно, это фон черный для листик. Сейчас вот листики, да, они еще будут Сейчас на тебя. Я
Смотри, а чуть силуэты подчеркиваю, да? Угу. Как будто здесь сгустки пены. То есть подыгрываю рисунку пеной. Вот не везде, да, только таких каких-то моментиках. Так замаскировала. Так, давай. Там немножко, смотри, где? Можешь, да, немножко. А, какое-то скучное. Пальцем даже. Возьмешь на палец что-нибудь, как на нашей этой подсказке. О, у меня так ничего. Ага. Облака розовые. Какие-то намеки на... Облачка. А может он этот нарисовать какой-нибудь корабль и не гонит паруса? Чтобы она вроде как ждет. Может быть. Здесь возле головы, да? Ну как бы в центре композиции. Не где-то на краях, а вот в центре. Так. Теперь еще все требовательнее и требовательнее становишься. Здесь
А где картинка? Оставить в пене. Или в пене. Зная, что ты, скорее всего, ногу красиво не нарисуешь, в таких случаях в пену. Или попробовала сначала не в пену, а потом, ну и не надо в пену. Стоит, как бы. Да, может, ее запенить Так вообще вот бывает, да, что вот такое небо именно при... Ну мы же с тобой вот, срисовываем, да, с натуры. Вот это фотография, да? Поэтому можно смело не сомневаться. Так. Ну хорошо, по-моему, нет?